Основное, что я понимаю, что тут собрались лидеры лучших университетов Москвы, чтобы что? Чтобы договориться, чтобы студенты посещали матчи футбольного клуба «Локомотив», чтобы все институты занимались популяризацией футбольного клуба в своих институтах. Вот непосредственно ты представляешь МИТ, правильно? Вот у вас уже началось это спортивное движение, или как его вообще называть? Начало того, что мы уже третий год этим занимаемся, то есть с самого первого курса, и до, когда я учился, еще это было. И сейчас у нас идет активное прям вливание ребят, которые будут работать после моего ухода. Надеюсь, что МИ будет до конца своего существования работать с «Локомотивом». У меня есть знакомые, которые болеют за «Локомотив» и не ходят. Я не хожу, потому что мне не с кем ходить. У меня не было компании, я не знаю, с кем ходить. Действительно, сейчас это собрание будет для того, чтобы найти компанию, чтобы сделать в ВУЗе клуб, сделать какое-то место для боления, чтобы люди знали, и с кем идти. То есть я считаю, что это должно быть и для людей, которые уже болеют, и для людей, которые еще не определились, но мы должны их подтолкнуть в свою семью. Сейчас вот с назначением Ильи Леонидовича реально видно, что клуб готов делать все для того, чтобы команда, игроки, болельщики были единым целым. И реально, пожалуйста, дерзайте. Вот нам сказали прямым текстом, все в ваших руках. Я хотел бы поблагодарить вообще за клуб, руководство нашего клуба за отклик, который они сегодня, так сказать, проявили. Ребята, вот общаюсь с ними, очень довольны этой встречей и полны желания действительно по-настоящему работать и приносить, так сказать, пользу для своего любимого клуба. Вань, все было очень круто. Вот расскажи, что такого вы сказали ребятам, что они в таком восторге? Слушай, ну, как сказали уже здесь, 5 лет было чуть по-другому, когда приходилось там наоборот что-то просить, и, скорее всего, это не получали, а здесь наоборот там президент спустился, и мы говорим ребятам, не они нам, мы говорим, давайте действуйте, там, предлагайте, давайте развивать, давайте заполнять стадион, давайте агитировать людей в вузах, то есть давайте. Будьте послами «Локомотива», по максимуму работайте, это ваш любимый клуб, что может быть круче, чем там, да, в некоторой степени работать на свой клуб, может даже, бесплатно, конечно, но там как-то вставлять свой кирпичик в общее дело. Вот, я думаю, людям это интересно, и у нас должно что-то получиться.